Опарница Марьяна, начальник справочно-информационного отдела Санкт-Петербургского туристско-информационного бюро. Санкт-Петербург является главной туристской дестинацией России, самым популярным среди туристов городом. Ежегодно наш город посещает порядка 7 миллионов туристов. Это как и российские туристы, так и туристы, приехавшие из-за рубежа. Для комфорта пребывания туристов в Санкт-Петербурге в нашем городе работает туристско-информационное бюро. В городе работает 12 павильонов и офисов нашего туристско-информационного бюро. Они располагаются в центре города, а также в аэропорту Пулково и в морском порту «Морской фасад». Ежегодно наши сотрудники помогают порядка 200 тысяч туристов, предоставляют бесплатную информацию, а также бесплатные справочные материалы о городе, такие как карты и путеводители. В нашем городе находится более 200 музеев, но самым популярным, конечно же, является музей «Эрмитаж», в котором представлено более 3 миллионов экспонатов. Помимо Эрмитажа, помимо городских музеев, в Санкт-Петербурге представлены царские резиденции, которые находятся за городом. Это Петергоф, который знаменит своими фонтанами, Царское село. Первое место занимают граждане Китая. Больше всего туристов в Петербург приезжает из этой страны. Также Санкт-Петербург, все больше и больше людей приезжают из таких стран, как Индия и Иран. Если говорить о странах Европы, то больше всего к нам приезжают из Германии, Италии и Франции, а также Испании. И из Финляндии, из нашей соседки страны. Из Чехии и Словакии сейчас к нам приезжает не очень много туристов. Я не буду говорить цифру, чтобы не ошибиться. Но мы надеемся, что в будущем из Словакии, из Чехии к нам будет приезжать все больше и больше туристов. Мы ждем увеличения туристского потока благодаря тому, что в нашем городе будет проводиться 4 матча чемпионата мира по футболу. Болельщики, которые приезжают в Россию на чемпионат мира, могут посетить нашу страну без оформления визы. Необходимо купить билет на один из матчей чемпионата мира по футболу, зайти на сайт FanID и зарегистрироваться. Я считаю, что туризм в России развивается. Правительство Российской Федерации выделяет на это достаточно большое количество финансовых средств. Появляются новые проекты в сфере туризма. Например, если говорить о нашем регионе, то недавно появился проект «Серебряное ожерелье», который объединяет в себе города северо-запада Российской Федерации.